Никогда вы своей внешности вот особого внимания вы... Нет. Нет, ну, я, во-первых, выглядел по-другому. Я был там в 4 раза тоньше, а я был реально худой. Вы вот. Прям худым, я был, да, худым. Я был худым, да. Я был худым. Ну, где-то, может быть, как, так сказать, там... Ну, был худым, да, действительно, ребенком. И никогда там полным не был, таким карапузом. Я носил очки, но в школе не носил очки, потому что... Ну, почему? Стеснялись? Ну, так старался выходить, ну, уже выходить из этой ситуации, но, в принципе, у меня минус, миопия, да, называется это, по-моему, вот, то есть близорукость, поэтому была давно, еще со времен школы. Так что, нет, я особо не уделял внимания. А можете сказать о себе, что всегда пользовались успехом у женщин? Нет, не могу, это не так просто. А вы из-за этого переживали? Нет, абсолютно. Так не бывает. Мне родители нравились больше, чем женщины. У меня была дружба с родителями, которые и меня любили, и со мной всюду ходили. У меня была такая история с родителями, что куда бы ни ходили родители, в какие там дома, в гости, ездили. Единственное, я отказался почему-то ехать с ними за рубеж там. А мог бы ездить еще и за рубеж. Ну, что-то я отказался, не знаю почему. Чтобы дома одному в это время. Вот. Ну, я один не был, но дело не в этом. Родители всегда брали с собой. И мне было интересно с родителями. Я был в кругу взрослых. Да? Взрослые были вынуждены принимать меня как взрослого. Взрослого, потому что... Но они действительно относились, ваши родители, к вам как ко взрослому? Или лелеяли, ох ты, нет, наш маленький. Нет, во-первых, никогда не было фразы там «погуляй», там взрослые разговаривают. Вот этой фразы не было, да, никогда. Более того, все, куда там родители ходили, были предупреждены, чтобы таких вещей не говорили. Что это равноправный участник разговора, но я никого не перебивал, никуда не лез. Я вел себя достойно, тихо сидел там. Но иногда, когда меня просили что-то рассказать, я рассказывал. Вот, и ко мне очень хорошо относились. В этом смысле. Поэтому мне не хотелось бежать из дома. И в общем, а что девушки? Ну, девушки там, да, так сказать, это самое. Ну, потом, когда, конечно, физиология взяла свое, там уже другая история. Но это достаточно поздно произошло. Да, обычно для жены очень было. Извини, пожалуйста, а когда физиология это взяла свое? Ну, она взяла свое уже в институте даже. То есть, ну, как, конечно, уже начиналось там в школе всякие процессы такие, да, но в институте уже, конечно, это так горло подступило. А несчастная любовь была у вас? Я бы не сказал. Нет. Нет, наверное, нет. Обычно просто для жены очень плохо, когда муж очень любит семью свою. Ну, то есть маму, папу. Да, и это... Так и есть? Есть. Ну, так сейчас уже это как бы прошло, но, конечно, это создавало определенные проблемы. Ревность. Сложные отношения, да, потому что отношения с родителями очень близкие до сих пор. Ну, папы, к горю, нету, он умер в 81-м году. Мама, с ней у меня очень близкие отношения. Ну вот, и они сохраняются. И из-за того, что родители всегда, там, не знаю, с трех лет таскали с собой, все рассказывали, говорили как со взрослым. Поэтому потом это мне очень пригодилось, потому что когда люди говорят там про там, маршала Жукова, а я его видел вот с такого расстояния. Это... Я сидел с ним за столом в Барвихе там. Когда там говорят про Буденного, героя гражданской войны, он мне подарил книжку, она у меня там лежит дома. Ну и так далее по списку. Махмуд Эсамбаев там, который дружил с родителями, приходил там, ну, и очень много людей, да. Поэтому многие вещи просто, ну, как бы понимал, я и слышал разговоры, в том числе очень такие, ну, иногда деликатные. Антисоветские? Нет, антисоветские, ну, деликатные, на всякие темы, там, про войны, про Сталина, про то, что реально происходило там. То, что для многих было легендой, вот чем-то далеким. Ну, да. То есть я не вмешивался, старался не вмешиваться, но я слышал, по крайней мере, да, всякие. То есть от меня не скрывались, не уходили, не говорили, знаешь, погуляй там, мы тут поговорим, да, вот эта вот тема. Причем предупреждали родители, там, кому шли, сказали, вот, что, если вы хотите, чтобы его не было, скажите нам, мы его под каким-то предлогом, так сказать, уведем, но в лоб не говорите. Это то очень есть очень, очень, так сказать, такая политика велась. Алексей, а фразу слышали, а ты еще маленький? Нет, ни в коем случае, ничего, то равноправный участник всего, равноправный человек, так сказать, все объяснял. Допустим, я занимался
занимался спортом. Ну, каким там, плаванием, шахматами, если можно назвать его спортом, да? Между спортом и искусством. Там, настольным теннисом. Но вот какие-то силовые виды спорта, мать сразу сказала, ну, будут травмы бесконечные. Хочешь? Мы против, да? Мы не хотим лечить твои переломы, там, так сказать, и так далее. Вот, я говорю, да, мне это не надо. А вы сейчас со своей мамой по многим вопросам советуетесь? Да. И у нее очень чувство во многих вопросах, ну, даже где у нее нет информации, она чувство на людей, у нее очень такое хорошее, безупречное, я бы сказал. Она как? Очень понимает ситуацию, кто как будет она разворачиваться, там, многие вещи она просто здорово понимает. А вот то, что некоторых называют маменькиными сынками, это имеет какой-то знак минус. Вы с этим согласны или нет? Ну да, это так. Ну, понимаете, в стране, которая шла через трудовые лагеря, через военные лагеря, где люди были оторваны от семей, где были репрессии и так далее, вот этот дух казармы, он силен. И вот это вот, так сказать, там что-то, там все. Но, а во многом это причина этого того, что у людей не было полноценных семей. Да, у них не было этих полноценных семей. Поэтому говорилось там, ты мужик, давай, держи, бери винтовку, иди там, да, так сказать, там. Ну что ты там, баб слушать там и прочее, все. Поэтому я считаю, что это неправильно. Те, кто жил в семьях, и в семьях полнокровных, и в семьях, где была забота всегда, да, то есть у них ситуация совершенно другая. Это другие люди, их видно сразу. А вы вот так трепетно ко всем женщинам относитесь или вот именно к маме? Нет, ну, я хорошо отношусь к женщинам. У меня сестра еще есть. Ну, вы старшая. Расставляете приоритеты? То есть вот мама – это мое первое? Нет, это разное все. Да, мама – это одно, сестра – это другое. Вот сестра, с которой мы уже давно не живем вместе, просто она вышла замуж, когда мне было 9 лет, и жила отдельно. Но, тем не менее, мы поддерживаем отношения. Вот, сестра моя – посол. Вот, представитель в ЮНЕСКО и сейчас России. Вот, то есть она дипломат крупный. И с ней мы тоже, как бы, так сказать, поддерживаем, конечно же, отношения где-то и ведем дискуссии. Не всегда мнения совпадают. Ну, с ней другие какие-то отношения, да, совершенно другие. Но всегда были хорошие, всю жизнь. А если бы такая ситуация сложилась, где вы между мамой, между своей любимой женщиной... Оказались, у меня вот была как, такая ситуация. Как между двух огней. Ну, я их развел в разные стороны. Так называемая политика необщения. Вы не общались с обеими? Нет, я общался с той, с другой, но жена не общалась с мамой никогда. Но не кричала, выбирай, я или она. Не, все вопросы были решены. Как только они прекратили общаться в какой-то... Сейчас они, кстати, восстановили общение. Сами? Но прошло много, нет, все под руководством. Под вашим, да? Само ничего не происходит. Они вас поблагодарили за то, что вот вновь начали общаться? Нет, они не благодарили, ну, по крайней мере, время там сделало свое дело. Но вначале, конечно, были сложные отношения. Вот. Но не общение, оно спасает. Именно не война, не какие-то эти, не общение, да? Ну, люди не общаются, они просто избегают друг друга, и все. Скажите, пожалуйста, а вы о себе можете заявить, что вы хороший семьянин? Мы уже очень много поговорили, например, о вашей маме, а давайте теперь о вас. Нет, наверное, нет. Нет, я не могу сказать, что я хороший семьянин. Почему? Дело в том, что человек, который постоянно занят и часто уезжает, перемещается, не может быть хорошим семьянином, он не может уделять того времени, которого, наверное, человек, там, мужчина должен уделять своей семье. Этого нет, к сожалению, да? Поэтому в этом смысле есть минусы. Но жена же знала, что вы приличный человек, что вот так будет. Да, так будет. Ну, вот так есть. Поэтому это надо понимать. Тем более, что она сама журналист, она сама много ездила. Там сейчас, допустим, меньше, но и сейчас активно перемещается. Она много ездила, там участвовала в очень важных событиях. И в событиях вокруг Курска, как журналист освещающий. И в Белом доме сидела, когда в него стреляли, там, и так далее. То есть она прошла тоже. Награждена орденом мужества. Это важно, что рядом с вами такой человек? То есть вас бы не устроила просто домохозяйка? Понимаете, всему свое время. Вот это были те годы, когда
ну, именно такой человек, наверное, нужен был мне. Это же процесс исторический. Всегда семья – это время и место для всех их, да? То есть, поэтому она пришла тогда на волне вот событий, которые мы все переживали. Она была в гуще политики. Я, конечно, это укрепляло наши отношения. А сейчас там уже все идет там по каким-то другим трекам, ну и очень хорошо. Все меняется, не может там все быть одинаково. Но тогда приходили вечером, она рассказывала там, что она слышала в правительстве, рассказывала, что происходило в Думе, да, так сказать. И у нас был общий круг, у нас были там все общие знакомые. Получается, вас в большинстве своем объединяла работа? Не, ну объединяло много что, но работа тоже. Это же серьезное, когда люди рядом находятся, да, то есть в одной системе координат, конечно, это укрепляет. А вы о многом вот сейчас, когда говорите о своей семье, о своей жене, вы говорите в прошедшем времени. Сейчас все это вас уже не объединяет? Нет, сейчас объединяет другое. А что сейчас? Сейчас не объединяет работу. Хотя у моей супруги до сих пор есть свои политические взгляды, и она участвует. Она сейчас не работает на большом телевидении, но она, так сказать, работает журналистом, у нее есть свои взгляды там и так далее. Вот, поэтому ничего не поменялось на самом деле, по большому счету. А вы все обсуждали так же при детях, как в свое время, что да, обсуждали при вас? То есть вы вот это перенесли, смогли? Абсолютно, да. И сейчас то же самое, я таскаю с собой детей, когда они хотят. Когда не хотят, нету насилия. Если человек не хочет, то не надо. А коллеги ваши как к этому относятся? Спокойно. А в Думу вы их тоже таскаете? В Думу нет, а в Думе что делать? Это же, когда идет работа, рабочий процесс. Ну, какие-то неформальные мероприятия, конечно, там могу брать. А неформальные это какие? Вы имеете в виду неформальные в Думе именно? Нет, в Думе, вне Думы, там. Светские мероприятия? Светские, какие-то поездки зарубежные, какие-то там приглашения, дни рождения. Там, ну, куда поинтереснее. Потому что им делать на работе, да? Где, что, на совещании, что ли, спать в углу? А что им делать на светских мероприятиях? Не, ну там, по крайней мере, там они придут, посмотрят, там что-то увидят, какой-то маленький праздник, да, так сказать. То есть, и, в общем-то, с кем-то можно пообщаться там и прочее. А куда вы их брали? Вот на какое последнее мероприятие? Да, всюду. Брал, где дни рождения какие-то, там еще что-то.